все. Ну, только что я, вот, мы обсуждали с ребятами аналогичные картины на Контакте. Там тоже 20 квартир не заселен, в результате 473 тысячи. И у них тоже нет света. Ну, так, а у нас нету не просто купления, у нас света нет, у нас нет возможности. Если у нас была возможность топиться светом, прекрасно. У меня стоит 4 кондиционера, мне даже выгодно топиться светом. Мне не нужно это дорогое отопление. Давайте какое-то такое решение. Давайте чему-то придем. Ну, говорим. По поводу света. Сейчас был микросвит, там это вот мы разговаривали, да, отвечали. Завтра утром он по вашему дому кинет вам вторую нитку. Две нитки разгрузить. Ваша секция. Энергетики говорят, что вы сможете туда нормально греться. Ну, они говорят, что достаточно, как бы. Вот это энергетики. Нас, я не знаю. У вас. Не, они далеко очень. Параллельно пришли параллель. На отдельных двух опорах, чтобы не было ни там опоры. Настя, 8 утра приступают к работе по свету. А давайте если... как дожить? Оля, до 8 до жить, я не знаю, я могу с вами здесь пожить, то же самое. Нет, ты давай, живешь в моем доме, тебе тут не покажут. Пошла пару 117 и спокойно. Андрей, да. Так а зачем как будет эта провокация? Таким, вам интересно, что после провокации? Конечно. Нет, давайте мы решаем ситуацию, проблему, которая возникла. Вот, да, это все разговоры такие, да. Поэтому будет две нитки электричества, хватит их, окей, не хватит, будем третью. Но есть минус, что дай бог, что выдержат трансформаторы. Выдержат, будете греться, Настя, как ты говоришь, светом. Если вам не нужно тепло, скажите об этом. Тогда мы закинем усилия на то, чтобы сдать нормальный свет. Мы не хотим, понимаете? Девчата, я не спорю. Если нужно тепло, то мы... Подожди, сейчас не закончим. Если нужно тепло, то план Б. Сдавайте заявление 5 человек из дома, на отмочь 50 тысяч гривен. Все заявления до вас дают, кидаем. И он запустит. До пятницы. Можно будет раньше. Да, опять же долги. Настя, а если у вас перевести... Какой это основной увидеть вариант? Какой вариант? Ну вот что ты хочешь потянуть? Я думаю, что оно потянет вот то, что есть. Если будет больше, я оно умрет. До 5500 топится электричество. И ему, кстати, деньги ни копейки не помогали на отопление. Надо будет только понять. Соседи. Ну, давайте просто сейчас. Мы можем думать о лестнице вперед, посадить Санькова, Виня, Виленька. Окей. Мы же говорим о чем? А в антиконсезоне это, давайте об этом говорить. Если вы видите, что будут у вас большие потери, тогда ставим вопрос по-другому. Дать вам нужное электричество. Правильно да, я говорю? Да, вот. Да. Потому что мы сейчас, смотрите, сейчас кидаем денег на электричество, кидаем денег. На тепло кидаем, в результате везде две дыры. Давайте сделаем это нормальное. Что делаем это нормальное? Электричество. 8 утра вам кидают, подождите. Кидают два этих. Попросите энергетиков своих, я прошу, я не специалист в этом, чтобы сделали расчет, сколько нужно. Мы расчет сделали, но это 460 как минимум. А у нас всего там 302. Есть это комиссия? Не знаю. Мы думали, что не, я не готов ответить. Мы думали, что мы готовы. А Таид, 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 Таид